Привет, друзья! Кто не смотрел прошлое видео, конечно, не видел вот эти руки, да, но много потерял, потому что я тогда говорил о том, что, во-первых, картина будет скоро совсем другая. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Этот взгляд, да. Рука одна осталась. Ну, уже понятно, о чем речь идет. Да, и вот этот взгляд такой беспокойный, такой застывший, такой любящий, такой тревожный, такой берегиня. Да, душа матери. Ну вот застывший взгляд, друзья. Я в прошлом ролике говорил о том, что у нас вебинар будет в среду. В среду будет, Наташа, или в четверг? В среду, да. Это у нас будет какое число? Шестое. Шестое число в 20 часов, это я уже помню. Много работы у меня. Постоянно помогаю. Все звонят. И потом еще пишут мне. Пришлите там, пожалуйста, когда будет вебинар. Слушайте, не отвлекайте меня по таким пустякам. Я же контент важный для вас, полезный для вас готовлю. И представьте себе, если у меня 1000 подписчиков, если я каждому буду отвлекаться, писать, когда будет вебинар. Да вы смотрите мои ролики, подпишитесь на канал. Там всегда есть объявления и в Фейсбуке, и в сетях, и так далее. А сейчас Фейсбук был, ну, как бы завален. Никто не мог смотреть Facebook, но вы не думаете, что это комар-беспилотник. Ни в коем случае. Я лично к этому отношения никакого не имею. Я делаю это все по-другому. Да, и это не шутки. А теперь слушайте внимательно. Застывший взгляд. Переходное состояние между состоянием бодрствования и состоянием транса, состоянием бодрствования или состоянием сна, или состоянием сна со сновидениями и состоянием биологического глубокого сна. Переходное состояние. Ну, иначе говоря, квантовый переход или триггерный переход. Вот это состояние, ведь по существу, если ваше внимание застыло на чем-то, там, где внимание, там сознание. И по существу вы в этот момент выходите из обычной ситуации, вот этой рутины реальности, и переходите в особое состояние, находитесь. Если вы там себе задаете какое-то пожелание или какой-то вопрос, оно потом начинает разворачиваться, потому что в этом состоянии, послушайте, интересно, о доминанте говорил великий Ухтомский, а я теперь буду говорить о переходном состоянии, о переходе между бодрствованием и сном. И в этом самом переходе необычайные возможности. Это просто невероятные возможности человеческих. Будущее там. Человека, потому что если он в этом состоянии переходном пожелает себе что-то, пожелает, каким будет завтрашний день, да, его состояние завтра таким и будет. Если он пожелает, что завтра у него будет хорошее состояние, вопреки всем обстоятельствам, у него и будет хорошее состояние, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, если Ухтомский говорил о доминанте, и кто управляет доминантой, управляет своей судьбой, то я говорю теперь о переходном состоянии между разными состояниями, чтобы формировать себе эти доминанты, какие вы сами хотите. Стало быть, вы будете управлять своей судьбой. Это не только я сказал, это Ухтомский сказал, а я просто вам буду разворачивать теорию, что такое переходное состояние, что такое квантовый переход, но на самом деле триггерный переход, что это такое? Да, в некоторых роликах я буду об этом рассказывать, вы там пишите вопросы, я буду объяснять, и у вас будет картина.
о том, как работает наш мозг. И вы сможете лучше использовать собственные ресурсы. До встречи!